сердце. Оно все всегда лучшее испытывает наше терпение и закаляет нас. Единственная приятная, конечно, атмосфера. Совершенно замечательно. В ожидании гостей и жителей города чудного торта, который расписан очень красиво. Нам очень красиво. Вообще, совершенно потрясающая атмосфера вот сейчас на бульваре. Просто чудесно. Мы довольны. Концерт очень хорошо. Вот просто постоять, понасладиться музыкой, подумать о чем-то. Возможно, даже загадать желание. Совершенно чудесно. Тортик ожидаете, да? Нет. Мы торт не ожидаем. Мы наеды. Спасибо. У нас была дуже смачна кутя. Очень большой праздник для всех крестьян. Тем более мне приятно, что городские власти уделяют такое внимание такому большому празднику. Это очень хорошо, что люди собираются, что это праздник, что люди верят в Бога. Пусть вера укрепляет, а Господь Бог помогает всем. Вот всегда хочется жить лучше, чтобы люди были добрее, чтобы не было только войны. Один из главных вопросов этого на сегодняшний день. We'll be right back.